Здорово. Ты в курсе, что за крестинку теперь будут сажать? Что такое трэш-стримы? Скажи мне, пожалуйста. Объясни. Трэш-стримы не относятся ко мне, как я называю их. Это я так называл, трэш-стример, и так привыкли. Они где-то услышали, и то есть трэш-стримы. Это когда ты кого-то там бьешь, что-то говоришь там против, ну там, президент Марса плохой, там, прям матом, прям целый час, там, 2 часа. Понял меня? Понял. А вот ударил, он упал. Иди сюда. Не имею права. Или я должен вот так вот? Смертно. Трэш-стримеров нету. Я единственный. И это не относится к им. Они просто услышали. Услышали где-то там. Нас запрещают. От меня пошло. А они просто подхватили эту тему не в соло, а вот массово. Тот кого-то там убил, он умер там. Ко мне это не относится. Я сижу, телефон смотрю. Причем здесь это? Трэш-стримы, их нету вообще. Это не трэш-стримы, это хуеплёдство. Они неправильно назвали. Трэш-стрим мой трэш-стрим. Он не относится никому. Он соло. Я могу вот этот взять микрофон и об стенку ударить. Монитор взять и об голову разбить. Но когда ты с кем-то находишься, и его... Они это называют трэш-стримом. Вот. Я имею право пить чай, пить из рюмки и отдыхать. Как большинство ВСЖшников в нашей стране отдыхает. И это не секрет. И это не трэш-стримы. А то, что с Рефляем случилось, они это назвали трэш-стримами. Хотя это не трэш-стрим. Что это такое, знаешь? О, какой красавчик, такая по себе. Это хуйня. Опа, откуда ты вылез, вылез, на крепожо. Стасин ебнул тёлку на стриме, клин, член показал. А ты что сделал? Назвали Рефляя стрим, трэш-стрим. Что ты сделал хоть раз на стриме, кроме угроз и драки со стеной? Рефляй просто избил и попал в камеру. А нет, назвали трэш-стримом. Бля, я сейчас букашку убью. Вон букашка ползет. Он, смотри, ползет. Пух. Тоже. Да так настолько умные. Все хотели трэш-стримов. Все хотели прославиться. Все хотели умные. А нет, такого понятия. Трэш – это философия, это театр, это энергия одного актера, это... кого-то там ударил, закрыл где-то. Это какие трэш-стримы, блядь. Это хуйня. Что Рефляй там ее пиздил? Это трэш-стримы, что ли? Это нонейм, что ли? Он ее просто закрыл, она умерла и все. Они думают, ой, трэш-стримы, блядь. Настолько умные люди. И это дошло до них в 21-м году или в 20-м. Давайте похлопаем.
не обидно за этих людей. Они никто, и звать их никак. Они не трэш-стримеры. Я чемпион мира по трэш-стримингу в 2018 году. Это они просто увидели у кого-то там. У трэш-стрим, блядь. Ну, настолько умные люди. Им еще прошариваться лет 10. Ни одного трэш-стримера не существует вообще. Это понятие, грубо говоря, они расфорсили трэш-стримы какие-то. Только я трэш-стример, остальные это только так. Потом уже начали там тупо сплэш какие-то, рифляи, плинки, млинки. Вы что, дураки, что ли? Они не в соло делают этот раз. Они никто по сравнению со мной. Я король. Это потом расфорсили, и просто кто-то там подобрал. Ой, трэш-стрим. Трэш-стримы находятся только вот здесь вот. Царь во дворца, царь во дворца. Ходи то, делай сюда, царь во дворца. Сколько я затяжал? Сколько? Сколько я за него отдал? Спасибо Фану за кресло, честно. Кто просто пережил жесткость, а это, сорян, обидно пережить жесткость. То стоило 14 тысяч, а это 38. Да я шучу, не 38 тысяч. Вы прям так вникли. Мне подогнал ее знакомый. Когда он подогнал, это стоило дешево. А когда он покупал, это стоило дорого. Я потому что нищеброд, блядь. Могу только покупать все Так, не трульте меня, нахуй. Сейчас бомбану, нахуй. 12 тысяч? И что из этого? И что? Новое кресло. Иди купи новое кресло за 28, 30. Ну, извините, у меня нет таких денег.